Красавец. Ну как памятник? Хороший? Нормальный. Это другие вообще не знаю. Ну, вот. Как с кого я знал? Вот он, они вот на берегу. Вот помнишь, где мы купались, вот на берегу, где мы жили, вот, угу. За нами, да. Спускаешься, а на берегу дом стоял, отдельно стоящий внизу, возле пляжа прямо, вот где а, возле пляжа? Вот, на верхотуре чуть-чуть там? Он, ну, он немножко на верхотуре, чуть-чуть. Ну, там был один пляж и дальний чуть-чуть пляж. Вот, ну, как бы вот разделялось вот это пляжное место на две части. Ну, ближний был по пологе, а там вот более вот, крутой. Туда, ну, где съемки есть, вот где я купаюсь, вот это же на более крутом пляже. Да. Ну, вот здесь вот. Вот их дом. Вот их три сына было, значит. Вот там еще жил, по-моему, прокурор и судья, что ли, Петровский. Нет, это в дальше. Другом месте. Это другое. Вот где вот напротив стадиона. Да, напротив парка. Да. Ну. Через речку. Короче говоря, тут все, у нас все, на задах, когда спускаешься, не вот тут. Ну я понял. Именно по задам, да, узкой тропинке. Да, вот это, да. Это они тут жили, да? Да, вот этот вот Вовка Кликушин. Вовка, он. Так вот, слушай, я расскажу, одного из них, второй тоже КГБшник, там, младший. Ага. Он моложе меня, так вот, он погиб при выполнении какой-то операции. Ловили кого-то по шпионов или кого-то, что-то. И, в общем, его схватили. При задержании, наверное. Да, пытались задержать этих, а они, значит, его схватили, выбросили с какого-то этажа. Надо же. Вот этого старшего, да? Нет. А, то есть это младшего? Младшего. Угу. А старший, то есть это средний, который с которым ты учился. Да. Он вот умер недавно, сравнительно тоже. Мне Петька показывал фотографию. Старый, морщинистый весь. Рак желудка, что ли. Да. Я сейчас вот посмотрю еще. Это вот бывшая соседка наша, когда мы жили на углу по Карл Маркса. До 49-го, до 48-го года. Вот видишь, врач Гордеева Анастасия Дорнигова. Угу. А-а-а. В 55-м году, наверное. Ух ты. Вся в возрасте 52 лет. Да. Знаешь, совсем молодой. Не баба, а мужик прям была такая. Она была главный врач госпиталя в Петровской военной войне. А потом была это, главный врач больницы. Здесь. Такая очень волевая, крутая, невозможно какая крутая. Вот дочки у нее были Зойка и Любка. Любка постарше, она окончила горный институт в Ленинградске. Из-за нее я, собственно, в Питер поехал поступать. Почему?
Ну, вот как это он рассказывал, институт, Ленинград, все такое, мне вот так, наверное. Сделал рекламу. Да, это так, ну, мне понравилось это вот рассказы о Ленинграде. Уже поехал. А Зойка стала врачом, окончил этот Саратовский институт. Зойка. Зойка, да. Тридцать два года парню. Кот меня преследует. Кот меня преследует. Кисонька. Кисик. Пальцы убери спереди. Да, да. Потому что там настройки будут. Это пропорции. Извини, на руки. Пропорции, девчонки, иди. Лошадь. Здесь. Нет у нас ничего. Нет. Зато мы люди хорошие. Иди так, да. Здорово, видишь, как молодцы какие. Тут все вот это хозяин. Списали. Что-то сборится. С хархан просто добавил. Все же ошибку что ли сделали? Где? Ну, архан договорил уже должен быть. А там что? Что-то узнаешь? Да.